В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров стал частью Российской Федерации, в том числе и город Севастополь. С тех пор в марте в стране отмечается праздник «Крымская весна». В Видном накануне знаменательной даты прошел флешмоб «Мы вместе». Знаменитая мотобольная команда нашего славного города, как всегда, поддержала классная акция. Игроки основного состава мотобольной команды «Металлург» вместе с юными спортсменами молодежки и подготовительной группы выехали на мотоциклах, чтобы на поле стадиона выстроиться в букву «V», символизирующую силу правды и единства. Мероприятие получилось просто огненное. Они в прекрасной красной одежде, да, форма у них просто замечательная. Она светилась на солнце. И ребята все, я рада, что поддержали нашу акцию. Команда «Металлург» всегда активно поддерживала политику государства и различные социальные акции. На лицах детей читалось, с какой гордостью они принимают участие в мероприятии и несут флаг родной страны. В связи с тем, что это дискриминация большого спорта пошла, и Олимпийских игр, и даже Паралимпиаду, и то наших не допустили. Поэтому, конечно, сейчас наоборот, говорят, надо нам, Минспорт России рекомендует сейчас возобновить все связи СНГ, с ДНР, с Белоруссией. Я думаю, проведем в этом году турнир с ДНР и с Белоруссией. Возможно, даже на День города, может, то у нас состоится. В общем итоге, в акции приняло участие порядка 30 игроков. Поддержали спортсменов сторонники партии «Единая Россия», которые скандировали лозунг «Крым наш» и пели патриотические песни. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.